честно сказать, ни о каких поправках не слышал углубленно. Понимаю, что речь идет о том, чтобы не хулиганить. И надо, если ты хулиганишь, там, сквернословишь и оскорбляешь чувства верующих, надо за это нести ответственность. Просто, может быть, мне поправки не страшны, потому что мне об этом рассказали папа и мама. А вот тем, кому, наверное, в последнее время не рассказывают об этом папа и мама, вот эти поправки очень сильно нужны, конечно, понадобятся. Потому что, ну, нельзя поступать так плохо.